приходили посмотреть, как чистится озеро. Марсик, что, надоело тебе уже, что ли? Домой хочешь? На выход что-то запросился. А мы ж тут заборчик загородили, чтобы они туда не попадали. Мирка вся во внимании. Верочек, а ты здесь. Ты в безопасности. Бульдоги там в яме. Тебя можно погладить. Никто не будет ревновать. Им сейчас не до тебя. Они сейчас там мечтают рыбку поймать. Ходят там. Иногда Серега их угощает рыбкой. Попадается миленькая, и он им дает. Вот они в надежде. Не было, Жень, рыбки? А ты когда выливаешь, видишь, да, ее? Ну ты, если что, тогда поделись тоже с ними. Сереж, а ты холодную воду добавляешь для кузи? С этого, со скважины, да? А насосом не берет вот эту вот ямку, только вот так, да? Или насос может и рыбку захватить, да? Поэтому все вручную делается. Ну что, господа, уходим. Хотели вот эту разрушить, но она тут, знаете, зачем нужна стенка? К ней крепится вот фонтан. Поэтому она как бы нужна. А так бы разобрать, было бы свободнее бы плавать Кузе. Ну тогда не на чем держаться будет. Это такой распылитель вот. Он как раз. А там не воткнешь, там пленка. Вон она рыбка, знаете. Вот она рыбка. Вот она. Ну что, Сереж, слышишь? Ой, уронил. Хотел дать Мирке. Не удалось. Растяпая. Вон, только руки. На, понюхай, рыбкой пахнет? Пахнет, конечно. Ваш хозяин растяпа рыбку выронил. Вон она красная. Красную надо. Вот там все же красное еще плавает. Ну что, я их тогда буду забирать. Пойдем, Миронька. Опа. Вот так, есть. Первое. И второе. Вот так все. Полюбовались? Вас угостили. Это, Сереж, а маленькую лирику дадишь потом, а? Уже дал. Уже дал? О, справедливо все. Так, ну смотри, Мирка может перепрыгнуть через забор. Она уже много раз перепрыгала. Видишь, теперь ходит, ищет, где же дырка в заборе. Не нашла. Еще один круг сделает. Куда? Куда? Сюда нельзя. Все, пошли. Я вас угостил. Лирика тоже угостили, Серега. Он всегда дает лирику. Вот такая чистка пруда. Ну что, пошли, я вам дам компенсацию. Пойдем, Марсик. Пойдем. Ох, а тут новый корм. Нового поколения. И тебе тоже, на.
А ты куда пошел? А, новый не очень. Как-то, видите, не такой. Даже Марсик отказался. Будет кротов ловить. Ну, в общем, чистка продолжается. Я пойду, уберу их, уведу с собой, потому что Мирка может перепрыгнуть и мешать ребятам там будет. Марсик-то не прыгнет, а Мирка запросто через забор лагонет. Поэтому я уведу их. Все, я снял, показал, что здесь происходит. Все, Мира, пошли. Уходим со мной. Мирка, идем домой. Да, жалко расставаться с прудом. Ну, что поделаешь. Надо уходить. Все, уходим. Кто со мной? Бегом. Я жду. Какой неохотой они уходят оттуда. Марсик он взглядом окинул. Эх, говорит, нырнуть бы туда. Да побрататься с Кузей, обнять его и сказать: Кузя, мы с тобой уже 4 года знакомы. И ни разу не подрались. Вот бы с Кузей подраться, да? Вот мечта. Марсюнчик. А у него нет ушей. Не схватишь за ухо, и лап нету. Как бы ты с ним подрался? Он тебя хвостом бы как дал бы? Такое зрелище бы посмотреть, да? Марсик дерется с Кузей. Ну, видимо, нам не суждено такое посмотреть. Ну, а мы уходим из сада. Я заканчиваю ролик. Все. Выхожу на дорогу и пошел к дому. Вон там у меня дом. Там меня ждет Виктория.